Жила-была девочка, которую все знали под именем Красная Шапочка. Она была очень красивой и доброй, и каждый день она отправлялась в лес, чтобы навестить свою бабушку, которая жила на другом конце леса. Но однажды волк решил поставить ловушку на девочку. Волк заметил, что Красная Шапочка каждый день отправляется через лес к своей бабушке. Он подумал, что это прекрасный шанс на съедение свежей, молодой плоти. Итак, однажды волк решил запрятаться в кустах и поджидать девочку на тропе. Когда Красная Шапочка появилась, к волку пришла идея притвориться ее бабушкой. Он одел ее шапочку и поехал быстро домой вместо нее, чтобы надеть на себя ее одежду и ожидать ее прибытия. Когда Красная Шапочка пришла к дому, она не подозревала, что это на самом деле волк. Волк угостил ее пирогом и молоком, и они некоторое время провели вместе, но затем Красная Шапочка начала задавать вопросы. Она просто не могла понять, почему ее бабушка выглядела так странно. Тогда волк решил пойти напрямую и напасть на девочку. Он выскочил из-за кровати и зубами и когтями напал на Красную Шапочку. Но девочка оказалась сильной и хитрой, она достала из корзины ружье и выстрелила в волка. Ее выстрел был точен, и волк упал мертвым наполовину. Красная Шапочка взяла его шкуру и начала ее сдирать. Она содрала шкуру, выбрала косточки и обгрызала их, чтобы больше никогда не было опасности, что ее съедят. И с тех пор Красная Шапочка стала еще сильнее и хитрее, и больше никто не осмеливался притворяться ее бабушкой.